краину света, подземелье мрака. Я суперпрофессионал. Я легионер. Я легионер. Подземных лабиринтов. Подземных лабиринтов. Весь мир моя планета. Весь мир моя планета. Underground. Underground. Сим крещу тебя тигром. Сим крещу тебя тигром. Местоположение тигерское начали. Повторяем. Кому? Атрум. Я уже не знаю, как, какие вы лучшие центры считаете, посмотрите. Это Клубянская сквер. Пошли. Нет, здесь вот я их не снимал. Наверху. Светим на него. Вы поглядите, что делается в тоннелях. Вот уже пошло разрушение оплетки. Я снимаю сталагмит вместе с оплеткой кабеля, который расслаивается, посмотрите, слоями. Опадает оплетка с кабеля. Но вы можете обратить 19 528, где они, ничего тут. Недавно что значит делать на сапляк?
имеющие желание все там рынок. Там увидит, он спросит, там вот скажет любой. Ближайшие дома жилые, если бы все это взорвалось бы, было бы очень плохо. На выходе. Скажи им, чтобы шли сюда, через второй цех. Вот идет сейчас первая атака, это и есть принятие мер единственных, что могут делать по подземным коммуникациям. Мы им сказали, где что, слово за ними. Это туннель кабельных коммуникаций всего района, в том числе там проходит рядом ГАЗ и ТЭЦ. Значит, может быть горение ректификата, если его упустят внизу. Как в них занырнул. Отлично, лучше не наступай. Да, отлично. Я в области тумана. Нет, ну, Саня, бокс есть два смысла, Саша. Бокс есть бокс, а я... Вчера я там поснимал... Нет, ты меня последний раз видел в ноябре. Панек, давай со мной. А мы же земляки с ним. Есть такая возможность пробежаться. Слушай, ребята, раз нас снимают, скажу правду. Даже и профессор, да? Да, и профессор. Саша, такие... можно я скажу, Саша, не обидишься? Ну, давай. 90%, вы думаете мне, пожалуйста, снимайте. 90% в Москве, понимаете, продают квартиры. Потому что тяжело жить людям, понимаете? Вот, я уже за голову взялся, думаю, что делать? Я же бывший энергетик. Передай стакан. А твоя рыжая так кусается, здорово. Да это он, по-моему, Гамлет этот. Сейчас вот на этот месяц их пытаются куда-то деть. У нас вот там в Подмосковье выгоняют. И вот, и они в таком случае уже, да, уж лучше будут знать, что живут здесь тех, кого мы знаем, чем кто-то чужой. Верно ведь? Там какой-нибудь или преступник, или еще какой-нибудь залетный там. Все нормально. Саш, на, возьми пока по одной, для смелости. Ты прочитал, что это? Ну, выходи.
раз, что идет бой. Один, два, три. Производится техническая проверка. Называемая затяжка между рамами, она сделана из дерева, из доски. Доска 40 или 50, вот видите, уже пошла гниение.
Если в таком положении, как сейчас, вот будет оставаться, еще раз говорю, то катаклизм может быть. Конечно. Я так думаю. Ну. Раньше бы работали, у нас и снабжение было хорошее, а сейчас ни досок нет, ни бревен нет, ничего нет, ни тюбингов. Сами видите, что это за крепление? Это временное крепление. Здесь еще может надавить горные, и все это, как говорится, пойдет. Я не знаю, у меня дети, двое дочерей, они сами зарабатывают себе. Потому что они устраиваются в коммерческие организации, там конфетки, там прочее. Потому что я их не обеспечу. Которая будет для опороспособности, для протеза. Рядом со мной уже валялся мужчина, лежал, и женщина уже, судя по всему, были мертвые. Меня как-то тоже взрывной волной отбросило. Попытался подняться, чувствую, что у меня нет правой стопы.
осторожно, есть развалы всякие. Так, повышение. Вот прошло сколько времени. Уже даже люди стали сюда. Самые свои на камеру. А ты ближним горизонтальным коллектором. Узнаю это очень хорошо, и да не только по запаху, там и по надписям, кто-то заботливо написал про него, но, в общем-то, если разлить такое количество уксусного ангидрида, то можно и погибнуть. Помещающийся стержень. Там что-то написано сбоку. Если в таком положении, как сейчас, вот будет оставаться, еще раз говорю, то катаклизм может быть. Конечно. Я так думаю. Ну. Раньше бы работали, у нас и снабжение было хорошее, а сейчас ни досок нет, ни бревен нет, ничего нет, ни тюбингов. Сами видите, что это за крепление? Это временное крепление. Здесь еще может надавить горные, и все это, как говорится, пойдет. Я не знаю, у меня дети, двое дочерей, они сами зарабатывают себе. Потому что они устраиваются в коммерческие организации, там конфетки, там прочее. Потому что я их не обеспечу. Не можно так снимать.
А вы говорите, когда он... Слав, вот это тоже вот будет. Взрывную травму очень часто можно понять культи, уже, которая будет для опороспособности для прохода. Рядом со мной уже валялся мужчина, лежал, и женщина уже, судя по всему, были мертвые. Меня как-то тоже взрывной волной отбросило. Попытался подняться, чувствую, что у меня нет правой стопы. Вот уже пошло разрушение оплетки. Я снимаю сталагмит вместе с оплеткой кабеля, который расслаивается, посмотрите, слоями. Опадает оплетка с кабеля. Thank you.
Один, два, три. Производится техническая проверка. Так называемая затяжка между рамами, она сделана из дерева, из доски. Доска 40-ка или 50-ка, вот видите, уже пошла гниение. Где они? Ничего не тут.
Дверь, я слышу. Дверь, да? Весь обговорил. Понятно. Я вам так не говорил. Собрай. Малыши. Там увидит, он спросит, сам скажет любой. Ближайшие дома жилые, если бы все это взорвалось бы, было бы очень плохо. На выходе. Скажи им, чтобы шли сюда, через второй цех. Вот идет сейчас первая атака, это и есть принятие мер единственных, что могут делать по подземным коммуникациям. Мы им сказали, где что, слово за ними. Это туннель кабельных коммуникаций всего района, в том числе там проходит рядом ГАЗ и ТЭЦ. Значит, может быть горение ректификата, если его упустят внизу. Отлично, лучше не наступай. Да, отлично. Я в области тумана. Нет, ну, Сань, бокс есть два смысла, Саш. Бокс есть бокс, а и... Вчера я там поснимал... Нет, ты меня последний раз когда видел? В ноябре. Ванёк, давай со мной. А мы же земляки с ним. Есть такая возможность а вот, пробежаться. Слушай, ребята, раз нас снимают, скажу правду. Даже и профессор, да? Да, и профессор. Саш, такие... можно я скажу, Саш, не обидишься? Ну, давай. 90%, вы думаете мне, пожалуйста, снимайте. 90% в Москве, понимаете, продают квартиры. Потому что тяжело жить людям, понимаете? Вот, я уже за голову взялся, думаю, что делать? Я же бывший энергетик. Передай стакан. А твои рыжие так кусаются, здорово. Да это он, по-моему, Гамлет этот. Сейчас вот на этот месяц их пытаются куда-то деть. У нас это в Подмосковье выгоняют. И вот, и они в таком случае уже, да, уж лучше будут знать, что живут здесь тех, кого мы знаем, чем кто-то чужой. Верно ведь? Там какой-то или преступник, или еще какой-нибудь залетный там. Все нормально. Давай. Саш,
Саш, на, возьми пока по одной, для смелости. Ты Я уж не знаю, какие мы лучшие центры считаем. Посмотрите. Это Клубянск, Москва. Пошли. Они уже здесь пошли. Я их не снимал. Наверху. Свети на него. Вы поглядите, что делается в тоннелях. Вот уже пошло разрушение оплетки. Я снимаю сталагмит вместе с оплеткой кабеля, который расслаивается, посмотрите, слоями. Опадает оплетка с кабеля. Во имя жизни, во имя света, во имя страха!
профессионал! Я легионер! Я легионер! Подземных лабиринтов! Подземных лабиринтов! Весь мир моя планета! Весь мир моя планета! Underground! Underground! Сим, крещу тебя тигром! Сим, крещу тебя тигром! Местоположение тигерское начали! Повторяем! Кому? Атрум! Трещину вы можете... 15 ближайшие дома жилые, если бы все это взорвалось бы, было бы очень плохо. На выходе. Скажи им, чтобы шли сюда, через второй цех. Вот идет сейчас первая атака, это и есть принятие мер единственных, что могут делать по подземным коммуникациям. Мы им сказали, где что, слово за ними. Это туннель кабельных коммуникаций всего района, в том числе там проходит рядом ГАЗ и ТЭЦ. Значит, может быть горение ректификата, если его упустят внизу.
этот двор. Готовьтесь. Я знаю, как в них занырнуть. Отлично, лучше не наступай. Да, отлично. Я в области тумана. Yes, man. Good day.